реконструкцию площади Шевченко. Я хочу остановиться на базовых вещах. И дальше уже перейдем к деталям. Если вы обратили внимание, то один из приоритетов городской власти за эту каденцию является реконструкция городских территорий, максимально возможной и удобной для пешеходов. Если мы говорим про урбанистические тенденции, которые есть во всем мире, то по большому счету весь мир идет по пути того, чтобы давать возможность, особенно в центральных частях города, больше передвигаться пешком, гулять и отдать центральную часть города не под автомобили, а под людей. Это правильно, это по-человечески. На площади Шевченко тоже мы делаем реконструкцию с целью превращения в пешеходную зону, объединения дальше с улицы Еварницкого. Объем работ достаточно приличный. Кроме этого, опять же, хочу обратить внимание, кроме внешнего новостройства, замены плитки, бордюров, зеленых насаждений, лавочки, света и прочее, конечно,